специалист. Во дворе он проводит все свободное время, но здесь Виктор Воронин не отдыхает, работает. Художник решил заняться благоустройством. Песочница, но нестандартная, в виде корабля и мини-парк. Свой двор он решил сделать уникальным. И вы думаете, вот этот мостик это для декорации? Нет, это он несет функциональное, значит, назначение. Чтобы люди перепрыгивали через эти лужи, через эти ручьи, которые растекались. Газон с природными камнями и цветники. Вместо традиционных раскрашенных покрышек во дворе в заводском районе теперь настоящий образец ландшафтного дизайна. На благоустройство он потратил уже 50 тысяч рублей. Многодетный отец детей у Виктора семеро решил доказать, что можно жить лучше. Я верю в то, что вот делая это, все-таки идет какой-то воспитательный процесс. Так как люди наши сильно привыкли к тому, что ничего не делается. Все вот так бесхозно как-то. Вот когда вот такая красота и чистота, да не захочешь же окурок бросить под ноги. Разрушенные подъезды и вытоптанные клумбы. Обычный двор на окраине Саратова. До этого дома у Виктора Александровича руки пока не дошли. А вот из этих окон открывается уже совсем другая картина. Говорят, те, кто собирался переехать поближе к центру, теперь даже решили остаться. Рядом с такой красотой можно жить и в заводском районе. Все радуются. Даже вот кто приезжает сюда в гости, в наш двор, останавливается и говорит: ребята, как у вас красиво, как было, да? Ну и насчет травки вопрос задают. Посмотрите, что он сделал, а? Жить хочется. А то пройти мимо не было, невозможно было. Такой замечательный у нас сосед. От слов к делу соседи практически не переходят. Работает Виктор Александрович в основном один. Хотя его опытом по благоустройству заинтересовались в мэрии. Глава администрации Алексей Прокопенко пообещал художнику компенсировать затраты, а его наработки использовать в других саратовских дворах. Ксения Перекосова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.